Всем здравствуйте! Сегодня я иду на одно мероприятие, меня туда позвали, чему я очень рада. И я наконец-таки выйду куда-нибудь в свет, потому что на таких мероприятиях, ну, я давно не была, 2 года, наверное. Так что я уже нарядилась, приготовилась, сейчас уже мне надо выходить. Начала? Нет, нет, я дома начала. Короче, здравствуйте, продолжение. Я уже пришла, я пришла самая первая. Я сначала расстроилась, а потом я ждала всех. Гулечка прекрасная. Привет всем. И сестра моя уже сюда. И сестра прекрасная, именинница. Вот, мы уже все сидим, Гуля открывает киндер. Я не могла прийти без подарка моей прекрасной. Я надеюсь, такой у тебя еще нет. Сейчас узнаю. Вот, так что мы сидим. Короче, суть в чем? Суть в том, что мы сели в такси. Я попросила брата поставить торт и все остальные пироженки, типа, нормально. Ага. А там между креслами же есть эта штучка, чтобы локоть ставить. Он ее не убрал, поставил кексы и кексы такие. До свидания. Вот. Вот, и там, короче, каш малыш. Можно я посмотрю, да? Ну, конечно. Я как с голодного края. Ты что, кушаешь? Нет, я ела 2 морковки. Тебе нравится мой аутфит? Огонь, у меня белый футболка слезла. Ой, желе, потрогай жилетку, потрогай. Купил? Ты ее купила? Да, я заказала. Только пойдем. Я думала... Пойдем. Пошли. Ой. Ой, у меня спину прихватило. Мне очень почувствовалось. Смотрите, какая комната красивая. Леонардо, welcome to Gatsby party. Я бы тут посидела, я обожаю Gatsby. Я бы книжку почитала. Вот. Я правда, я когда увидела эту мадам, я расплакалась. Представляете? Ты запутаешься? Ой, посмотрите, как тут красиво. Давай сфоткаемся, может. Или она нас ждет, или мы потом сфоткаемся. О чем этот разложим все? Идем. Я сначала очень расстроилась, что я пришла первая, потому что, ну, я как бы планировала. Я планировала опоздать. Но я пришла первая. И я сначала расстроилась. А сейчас я думаю, почему бы нет? Так тоже хорошо. Мама, special for you, pizza again. Потому что я не снимала, но мы с мамой на выходных готовили пиццу. 2 пиццы, у нас получилось 2 противня, в общем. Там еще лежит дома. Там лежит. В холодильнике. Мама, я не съела дома, зато и поела тут. Как ты могла изменить домашнюю пиццу? Домашняя пицца — это что-то нереальное. Просто, я не знаю, вот нельзя повторить вкус домашней пиццы. Маминых ручек. Это не сравнится, да, это даже рядом не стоит. Знаешь, что мы делали с брокколи? Очень вкусно с брокколями. Лями? Что? Вкусно, пицца? Да. Прям кусочки брокколи, маленькие такие, или разрезать, и с грудкой. У меня сестра вообще не любит, типа, вот такие вот, как сказать, странные... Вкусы? Странные вкусы. А пицца на носом? Она не любит новые вкусы вообще. Типа, если она попробовала что-то один раз, ей это понравилось, она будет постоянно это заказывать либо покупать. А тут есть кондиционер. Мы можем... А тут есть пульт? Где тут пульт? Мы можем... Мне кажется, там все пульты. Ну чё, хочешь колледж? Я тоже нет. Я сегодня утром даже забыла, что вообще колледж как бы существует в моей жизни как-то. В принципе, а как ты вспомнила? Как я вспомнила, зашла в нашу беседу. Ура! Классно спели. Да, хорошо спели. Младший лейтенант. Мальчик молодой. Давай. Я хочу потанцевать с тобой. Нет. Я тебе не верю. Ты будешь петь за Аллегрову, я за Лепса. Что? Давайте. Давайте. Вот только я не буду петь. Да. Да. Кто не стоит? Деньги можно переводить. Ого, какой ты. 10 рублей хватит? У нас фонограмма, давайте, я готова на фонограмму. Ну так не прикольно же.
А так лучше, что мы не поем. Мы ждем припев. Любимку все знают. Ой, пожалуйста, нет. Мне не нравится. Нет? Он меня бесит. Спокойно. Я спокойно. Я сегодня уже поплакала. Так что хватит. Стиль. Ой. Зацепила. Давай. Давайте. Давайте. Ты будешь петь? Я-то буду. Потому что Малева поет. Какую песню? Танцующий Малев. Да. Это Мустафа или? Нет, это Дала. Нет, Истарь Сандала. Вот этой песни нет? Там она была в каком-то сериале. Какая? Истарь Сан Як Сан. А, я это другое. Это другое. Она из какого-то сериала. Это... Как его зовут? Это Бурай, да. Да, это сериал. Я знаю. 309. В общем, мы уже посидели. Я лично натанцевалась, напелась, но не напилась. Напелась. У меня, как вы, наверное, уже слышали, мне и так голос не очень. А сейчас я туда морала сидела. Мне кажется, завтра вообще буду шепотом разговаривать. По-русски, по-турецки, по-английски, на всех местах мира просто. Но когда есть текст, я могу все, вот знаете. Вот, а так мы сейчас решили немножко выйти на воздух. Да, пойдем. Вот, все. Мне кажется, люди думают, нахренел, типа, выходить на улицу в такой короткой юбке. Ой. На улице всего-то минус 1. А я так и думаю о людях, когда вижу девочку в короткой юбке. А может... Да здравствует влог! Я в колледже. У нас сегодня две пары, ко второй было. Уже одна пара прошла, к счастью. И сейчас пройдет еще одна, к великому счастью. И я наконец-то пойду домой к своей мамочке, которая лежит, болеет. И я тоже полежу. Вот. Вот такие вот дела. Мы вчера отпраздновали день рождения. Как ты себя чувствуешь? Ужасно. Я очень хочу спать. Не выспалась вот максимально. Хотя мы ничего не пили. Да, мы не пили, кроме сока.